самом центре города в воскресенье 9 августа состоялся настоящий бал. Женщины и девушки в платьях, мужчины и юноши в строгой одежде. Такие мероприятия проходят в городе не в первый раз. Какова же их цель, узнаем прямо сейчас у идейного вдохновителя бала Вячеслава Гуральника и представителя Севастопольского благочиния матушки Ангелины. В гостях у нас также неоднократная участница балов Анна Кузьмина. Здравствуйте! Здравствуйте! Прежде чем мы с вами приступим к беседе, я предлагаю вам все-таки посмотреть видео, чтобы наши телезрители тоже смогли посмотреть, как это было. Внимание на экран. Дивное мероприятие наблюдали севастопольцы. Расскажите. Ну, наверное, к вам вопрос, Вячеслав Михайлович. Спасибо. Они наблюдали хорошо забытые культуру старинных русских балов. Это танцы 19-20 веков, которые, в общем-то, где-то в 13 году 19 века 20 века, был последний бал в 1913 году. Вот, и теперь мы возрождаем эту культуру. Это очень интересный жанр танца, массового танца, очень востребованный. Это танцы, которые доступны всем, буквально от малых ребят до... Мало да велика. Тоже, да, а сколько пожилых людей вот приняло участие в этом мероприятии? Ну, здесь больше порядка около 100 человек. Ну, с переменным успехом, потому что на каждый танец вставало разное количество, но в общей сложности даже больше 100 человек, потому что люди приходили, танцевали и уходили. Ну, мы вот видим некую синхронность, это говорит о том, что люди не просто собрались, потанцевали, а люди порепетировали перед этим, как подходила подготовка? Основной костяк, конечно, это так называемая группа поддержки, с которой я работал где-то 5 дней, и за 5 дней вот так они научились танцевать, потому что эти танцы доступны для всех. Это лишний раз говорит о том, что здесь не нужно иметь какие-то предрасположенности, как в классическом танце или в спортивном танце. Это танцы для всех. Ну, вы занимаетесь танцами фактически всю жизнь. А устраиваете здесь бесплатные репетиции. Все мероприятия тоже под бесплатными началами проходят. То есть люди просто приходили, все желающие, вы им давали урок? Да. Дело в том, что Севастополь настолько исторический город, здесь каждый камень истории пропитался. Поэтому я считаю, что в Севастополе вот это зерно, которое я посадил, оно должно не только вырасти, а и показать свои плоды, то есть раскрыться. Здесь балы должны греметь в Севастополе так же, как они гремят в Москве, Питере и других городах России. Кто выступает организаторами здесь, на нашем местном уровне, таких мероприятий, матушка Ангелина? Организатором выступает Севастопольское благочиние. И вот я уже участвую в таком бале 4-й год. Так что, конечно, очень хорошо. И как участник, и как организатор? Ну, как организатор второй раз всего лишь. До меня это было еще организовано. Сколько лет уже проходят подобные балы у нас в городе? Да уже 6.
Первый бал был на площади Нахимова, второй бал был на площади перед Домом пионеров, а теперь вроде как загнездились на Приморском бульваре. Анна, вы неоднократно участвовали в балах. Расскажите о впечатлениях. Наверное, вот на видео не передашь тех ощущений, о которых может рассказать живой человек, который да, все это видел. Да, на самом деле, первый раз я попала на бал совершенно спонтанно. Это был синопский бал. Дело в том, что действительно на протяжении, вот я участвую уже 5-й год, и, наверное, даже сложно сказать, который раз в балах. Они проходили в помещении Дома офицеров, флота Матросского клуба в зимний период и летом, конечно, само время летнее в Севастополе располагает к тому, чтобы проводить их на открытом воздухе. Что более всего, допустим, меня привлекает, это те танцы, как правильно сказал Вячеслав Михайлович, они очень доступны для любого человека, даже не отличающимся там, музыкальным слугом или какими-то выраженными хореографическими способностями. Но в то же время очень приятное и в первую очередь, наверное, это общение, потому что... Мы вот видим ваши фотографии, в частности, наверное, не только ваши на экране, в принципе, участников. Совершенно верно. В предыдущей фотографии это как раз-таки был бал на Центральной площади, Нахимова, приуроченный к Дню любви, семьи и верности. Если не ошибаюсь, в 2012 году, наверное, одно из самых масштабных мероприятий. И особенно приятно, когда совершенно посторонние люди, проходящие мимо, присоединяются, встают в круг, встают в хоровод, начинают сначала очень, может быть, даже неловко выполнять эти движения, а потом постепенно уже гораздо более уверенно, с улыбками, с эмоциями. И вот эта атмосфера, наверное, самое главное, поскольку, я так полагаю, что мы не ставим задачу действительно возродить вот те балы, как мы видим, не знаю, в фильмах, или о которых мы читаем в классической литературе, все-таки это были элитарные собрания. А то, что происходит здесь, доступно каждому желающему, но в себе таит такую очень приятную атмосферу, возможность пообщаться, потому что каждый танец – это общение, люди постоянно меняются партнерами, это постоянное движение, течение, улыбки, это очень здорово. А какая главная цель данного мероприятия? Потому что знаю, что цель более высокая, нежели просто собраться потанцевать. Вы знаете, в царское время была традиция встречать корабли балами. Вот было бы здорово возродить эту традицию именно в Севастополе. Приход эскадры всегда встречался и проводились балы. На балах это хорошо, вот семьи создаются ведь на таких балах. Да, на балах это общение, это знакомство, это новые какие-то связи, это сама атмосфера, которая сплачивает людей. И у меня, например, в школе 24 пары. 24 пары. 24 пары вышли, да, переженились. А вообще это дает и развитие умственное, и физическое, и устраняет все какие-то заботы и прочее. У меня две женщины говорили о том, что я их спас, вытащил из петли. У них настолько была тяжелая жизнь, они пришли на танцы и забыли все на свете. Вы основатель нового течения, в принципе, в танце. Расскажите о своей книге, которая перед вами. Эта книга «Лучшие танцы 19-20-х веков. И они еще с видеоматериалами, да. Я так понимаю. Это видеокнига, которая стала основным материалом для единого исполнения на балах. Все хореографы разные, мысли разные, подготовка разная. Каждый хореограф пытается что-то ставить свое, а эта книга как канонизирует каждый танец, она написана именно в авторском варианте, то есть в варианте тех авторов, которые написали эти танцы. Скажите, а о какой духовной роли в жизни человека можно говорить, говоря о танце? Вот что, чему он учит нас? Ну, во-первых, учит, возвышает человека. Возвышает. Это благородство, это общение на совершенно другом уровне. Это не общение там, эй, ты иди сюда. Нет, здесь существует этикет. Этикет основан на чисто человеческих взаимоотношениях.
таких благородных и возвышенных. Какие дальнейшие планы у Севастопольского благочиния? Будет ли в следующем году подобный бал? Очень бы хотелось, чтобы это стало традицией такой же устойчивой, потому что по названию понятно, что этот бал посвящен нашему великому флотоводцу Федору Ушакову. И многие даже не знают о его жизни. И хотелось бы через даже эти балы донести какие-то знания людям о таком великом человеке. Потому что его называли «Морской Суворов». Из 43 сражений он ни одного не проиграл. И он заботился очень о матросах, так же, как Суворов. И поэтому пользовался большой любовью и популярностью. Одним словом, не только научиться танцевать можно, но узнать много интересного о своей судьбе, возможно, и о судьбе своей родины. Спасибо вам большое, что пришли, спасибо, что организовываете подобные мероприятия. Лишь в мечтах свободные люди, или не только в мечтах, но и в танце. Танцуйте, думайте о хорошем. Это была программа «В контексте», и до встречи в эфире.